Катерина и Атика. Палочку. Переезжаю. Товарищ организатор. Палочки. Я вам прислала. Зайчики, сюда, малыш, не мешай зайчику. Я Как собака обозначает предмет? Давай, Катя, калькан, гай! Это слоник ушастый. Рядом. Мы рядом с ней судим. Послушание только именно в поиске. Ну, дойди, пожалуйста. Гайча, нужно к камере-то прийти. Смотри. Правильно выбрала? Предмет выбрал. Время остановлено, предмет выбрал. Правильно? Я нашла, ваш предмет переложила, очень не хотела его отпускать. То есть она предмет обозначила. Выбрала. Но почему-то поменяла на то. То есть она четко нашла предмет. Ну, поиграв, правда, до этого с другой палочки. Но этот предмет она выпускать не хотела. Она, то есть здесь, причем вы очень корректно сделали, дали собаке за них. То есть собака явно нюхала, то есть без каких-то сомнений. Вот. Там какая-то проблема. То есть здесь я могу предположить, что недостаточно сильно нанесли вам. Вы не пахнете. Ничем не Да, да, то есть или в носки убирать. То есть, на мой взгляд, был недостаточно резко для своего запаха. Да, то есть недостаточно сильно нанесен запах. Ну, возможно. Да, потому что, в принципе, собака занюшку сделала хорошо. Там предмет она увидела. Причем она этот предмет не хотела. Второй вариант, что у собаки нет четкого алгоритма выбора из количества. Возможно. То есть след он у зверюга такая, с ним нужно работать долго. Один раз для следа. Это как в плавании, мне тут сказали, что 2 года это даже не срок плавать. То есть даже не размялся, это надо еще хранить лет 10. Со следом то же самое. Следа, много следа не бывает. Не бухти. Много следа не бывает. То есть здесь нужно постоянно, чтобы собака. Прятать мячики в квартире там, и так далее, то есть из нескольких мячиков там делать, ну, то есть что-то делать намного больше. Ну, единственное, что хотелось бы, чтобы, да, мы не смотрим. Четыре предмета, да, были с, особенно в начале общения, с ярким чужим запахом, чтобы он сильно, то есть не у вас из дома вы принесли в перчатках раздавали, там совершенно наносит свой запах. Да, а именно, чтобы посторонний человек, чтобы сосед лежали палочки, сосед вышел, выложил, вы положили свой запах, и таким образом работал. Вот. Ну, со следом он не так сложен, как внутрь, там числом пошел. Ну, то есть закрепляете навык. В принципе, собака схему поняла, ей осталось дальше разобрать еще нести. И это не тебе, Павел. С вас палочка упала. Дайте палочку. Дайте палочку назад, да. Не, ну хорошо. На самом деле, поиграйте с собакой, пусть ей радостные останутся впечатления от соревнования. Так, на старте у нас лучше Екатерина или Кис. Ой, Ирина. Ah!
эта собачка, лучше посмотри. Oh!